Всем доброго дня. Закончили монтаж теплицы капельки 2,5. Цвет 8017, крепыш. Комплектация. Значит, сначала ширина 2,5, длина 4. Что интересного в ней мы сделали? Дверь с форточкой. То есть открывается форточка. Фиксируется на крючок. Замок двухсторонний, как мы видим. Да? Обратите внимание, можно изнутри и снаружи открыть. Дверь целиком открываем, фиксируется также на крючок целиком, замок двусторонний, фиксируем на такой вот, вот смотрите, сейчас неудобно, телефон, вот так жестко фиксируется. Все зафиксировали дверь, идем дальше, заходим внутрь. Что мы здесь видим? Значит, в комплекте идут на 4 метра диагональные усилители, раз, два. Также в этой комплектации, так как дом рядом, будет снег копиться, мы добавили еще усиление в виде дополнительных прогонов снизу. Видите, ряд с этой стороны и с этой стороны. Фундамент из бруса 100 на 150, покраска палисандр, антисептик специально лессирующий. Следующее, каркас. В каркасе применено два вида трубы 20 на 40 и 20 на 20. Несущие арки из 20 на 40 1,5 мм. Прогоны из 1,2 20 на 20. Также в другом торце установлена новая форточка. Вот такая интересная. Она оборудована тоже замком. Можно открыть-закрыть двухсторонним. И вот такой ручкой. То есть не надо обходить теплицу. Снаружи вокруг бегать. Она вот раз открылась. Видите, как приятно и красиво. На газ-лифтах. Что очень удобно. Не надо вокруг теплицы бегать, фиксировать ее на крючок. Закрыли. Она плотно вот так раз. Закрывается, видите, плотно. Все. На зиму ее можно закрыть замок. Вот так вот. Чтобы также так, по такому же типу сделана боковая фрамуга. Как мы видим, видите, даже на газлифтах. Тут оборудован, тут по-другому уже не ставится замок. Здесь ставится шпингалет на зиму. Или когда уезжаете. Раз открыли, нажали, открыли. Здесь недалеко тянуться, здесь стоит просто ручка. Подошли и потянули, закрыли. Все, плотно. Идем дальше. Система подвязки без нее никак. С одной стороны два троса, с другой стороны два троса. Самое главное, значит, еще что? Установлен форточный блок для оптимального проветривания на автоматах, на термоприводах. То есть будет все автоматически открываться и закрываться. Так, внутри мы все рассказали. Сейчас мы закроем дверь. Должно нагреться и начать не открываться. Закрываем. Видите, все аккуратно закрывается. Значит, еще что особенности в данной теплице? Резинка уплотнительная в цвет каркаса 8017. Крючки мощные, конечно. И вот мы посмотрим, как сделана форточка. Как мы видим, видите, фрамуга, поликарбонат, заведен, не вырезан нигде, а везде идет нахлест. Здесь внизу нахлест, справа и слева. Сверху нету прорези. То есть полностью герметичная фрамуга. Это самое главное, на что можно обратить внимание, нужно, когда, если вы будете сами собирать, чтобы не резать ничего. Форточка тоже оборудована резинками, и внизу, внутри стоит уголок отлив еще. Крепление, как мы видим, шайбы. Многие говорят, что продавливается, потом трескаться. В основном, может, если вы сильно продавите поликарбонат, да, но клопом, то в недорогих поликарбонатах могут пойти стрелки. Звездочки, так называемые. Но это будет через 3-5 лет. Здесь установлен качественный поликарбонат компании Софпласт. Это новатор премиум класса 0,75 плотности. Что еще? Конек. Двойной. Это обязательно. То есть первый конек идет связующий, потом ложится поликарбонат. И сверху ложится и еще один конек. Петли ПН-ки 60-е большие. Обратите внимание, как расположены саморезы. Не в отверстия заводские, а в разбежку. Видите как? Чтобы они, когда дверь открывается, не упирались друг в друга. Также все это защищено перфолентой и торцевым профилем. То есть снизу ставится торцевой профиль с перфолентой, чтобы туда ничего не попадало. Сверху ставится просто торцевой профиль, чтобы поликарбонат дышал. Без перфоленты. Также на двери установлен вот здесь вот уголок, чтобы когда вода хотя бы стекала вот здесь, а не полностью затекала в теплицу.
Он заводится под поликарбонат. Какие еще особенности? Естественно, когда ветра или еще что-то, спрашивают, как вы гарантируете. Вот здесь уже тепло становится, солнышко зашло, правда. Мы забиваем вот эти вот якоря, так называемые. Раз, два, на два самореза. Три и четыре. Глубину и длину они в среднем идут 60, 70, 80 сантиметров в зависимости от почвы. Для чего это сделано? Чтобы ветер, когда или ураган, не мог перевернуть теплицу. Ну, здесь еще осталось хозяевам сделать грядки. И все, можно высаживать рассаду. Теплица готова полностью к применению, так сказать, к эксплуатации. Дальше еще один момент по монтажу поликарбоната. В торцах, как мы видим, сам каркас становится посередине фундамента и закрепляется. А в длину, обратите внимание, низ поликарбоната крепится к фундаменту. Если это у вас ленточно-бетонный фундамент, то ставится дополнительно за доплату уголок 50 на 50, к которому крепится поликарбонат, чтобы он вот так не болтался. Ну, вроде бы все. Вячеслав Сергеевич, вы интервью дадите? А? Интервью сейчас мы спросим вот хозяина, да, нового. Расскажите. Все Вячеслав. Отлично, парни работают быстро, все понравилось, все четко. Куча рекомендаций. Самое главное, ты показал, что термодатчики есть на открывании. Термоприводы. Вячеслав Сергеевич мечтал, чтобы она сама открывалась и закрывалась. Надо ехать в отпуск теперь на 2 недели в Турцию, а у меня будет все тут само. А когда мы поедем? Вот когда поедем в отпуск? Через сколько лет? Сейчас надо бронировать, сейчас кто-то откроется. Да, мы уже собрались лететь, но я думаю, через года два только, наверное. Так что будешь, вот у тебя будет отпуск. Вот у него теперь прекрасная теплица, да, где он будет проводить свой отпуск. Теперь мы будем есть свои овощи, они магазинные. Да, ну почему? У тебя же вон еще грядок куча стоит. Да. Сколько много, в которых будет зеленушки расти. Овощи. Миша тут отчет снимает, да? Да, да, да. Вот самое главное. Ну-ка, стой. Вот, уральская усадьба, да, на фоне теплицы. Все фирменное, одежда фирменная, теплица фирменная. Даже гарантийный талон фирменный. Талон Вячеслав Сергеевич фирменный. В шоке, заметил, что у нас был фирменный талон. Серьезный подход к делу. Ну вот. Ну все, спасибо огромное. Палец кверху. Смотрите, ставьте коммент.